Накануне состоялся товарищеский матч, но давай об этом позже. Тут опасная атака, гол! Динамо, Арсений Хвалько забивает ворота Строгино. Подача, удар, мяч в сетке! Вот это да, Строгино с углового! И головой забивает защитник Павел Куликов, четвертый номер. 1-1! Поймал этот вингер, едва не обвел всю команду. И вновь мяч у Динамо. Маринкин, пас направо. Подключение Ермаченко. Едва ли не первое в этом матче по правому флангу. Вообще это очень активный правый защитник. Чуть назад под удар. Маринкин с левой спыра попадает под перекладину. И Динамо вновь впереди. Благодаря голу капитана. Уже третьему голу капитана на этом турнире. В каждом матче забивает голы шестой номер бело-голубых Тимофей Маринкин. Мяч у Динамо. Это самое главное для бело-голубых. Был момент. И, наверное, желтая карточка будет или нет. Да нет, ничего уже не будет. На этом поединок закончен со счетом 2-1. Московская «Динамо» этот матч выигрывает. И довольно уверенно себя чувствует группу А. Вот на данную секунду с 6 очками команда эту группу возглавляет. У Строгино после 2 побед очков нет. Оставайтесь с нами, мы еще поговорим с главным тренером Строгино.